Мы начинаем выпуск с новостей, которые в эти минуты приходят из Кемеровской области. В одном из домов Междуреченска обрушился подъезд, рухнули перекрытия с 1-го по 5-й этаж. По данным агентств, минимум один человек погиб, еще двое получили травмы. По предварительным данным, возможной причиной произошедшего стало нарушение техники безопасности во время ремонта на 1-м этаже. На месте ЧП создан штаб, который возглавил губернатор Аман Тулеев. Решается вопрос с расселением жильцов. Вот те кадры, которые вы сейчас видите, снимки мы получили совсем недавно. И к этой теме мы обязательно еще вернемся, когда получим какие-то подробности.